Да, ведь человеку 34 года и зовут его Денис. Сразу предупреждаю, шутки про рам и про... Ну вот, вы поняли, да, будут полностью бан. Опять Ламода деньги сняла, хорошо, что я каблук. Хуя. Не ясна концепция. Так, здесь у нас что? Хуя. Блять, долбы. Мне нравится пенис рокера. А как же Батуа? О боже, антисердечко. Если бы он пукнул бы, там вокруг бы все разнесло. Че? Как у тебя дела? Ну такое тоже бан. Как же смешно! Брат, а видно, что это твой, потому да, что... Да, блядь, заткнись ты, а вдруг не заметят. Так и знал, сейчас ляпнет, блядь. Никто, блядь, не заметил, блядь. О, заткнись, кстати, вот это охуенный. Лайк. Концепция где? Концепция, я не замечаю. Ну, типа, то, что стримы стали лучше, согласен. Да блин, где можно найти вариант получить бесплатные скины в КС-ке? Чувак, так тебе на Epic Drop. Там есть временная бесплатная мини-игра с разминированием бомбы. Перерезал проводки на бомбе правильно, получил приз. Скины, кейсы, промики и другие бонусы. Играть можно бесплатно, раз в час, даже на твоем телефоне. А за накопленные победы можно фармить вот эти геройские кейсы с вот таким халявным наполнением внутри. Просто за то, что играешь в мини-игру на уроке или, я не знаю, в туалете. В общем, найдешь ее по ссылочке снизу. Там же еще и промо на 15%. Советую поставить ролик на паузу и проверить все самому. Да. Когда ждешь, пока Алина дай. Рокер, чтобы отлизать писечку мокрую, влажную, грязную всю в конче рокерской, вкусно тепленькую, сладенькую. Фу, блядь. Дебил. Да. Почему твоя мамаша шлет мне смс, в котором твоя мама свою писю намывает? О боже, да, она походу меня знает, то есть одна хочет меня и ждет меня всегда. Я хочу сказать, что все мемы ху... Да. Не понял. Не понял? Не понял, спрашиваю. Ничего, что сейчас я забаню. Сука, 12 лет. Терплю всего от этого, блядь. Какая хуйня. Вот это, кстати, фотка, это фэк. Ой, вот это. Это не я. Это не я, пасеки. Это фотожаба ебучая. Это видишь, что ты себе присмотреться, лицо просто наложили, монтаж. Обратите внимание, ребята, если увидите это фото в интернете, знаете, это не я. Там просто лицо наложили, видишь, там видно, если присмотреться, пошарить, сотрудник стоит, взяли лицо мое, наложили на него. Это не я. Сука, стоит, ебать, фраер.
тварь, блядь. Мне Олька сейчас знает, что пишет ВКонтакте. Что? Пишет любимый. Я сделаю вид, что я ушла, но я все равно тебя слышу. А я ей знаешь что? А я ей в ответ вот это. Ага. Деду, когда ты из пожилого альфа-самца успел превратиться в жалкого куколда, когда норм потоки, когда вернешь мадирку Тричу. Кто это? А кто такой Трич? А, напомни, пожалуйста, забыл. Напомни. Ну, а ты вот это можешь что-то, блядь, объяснить насчет этого? О, концепт тебе скидывает. Да? Ну, то есть нормально, да? Кукушка едет. Ну, мне, ребят, тебе просто идеи предлагаю. Ну, смотри, мотоблок у тебя уже есть. Ты знаешь, что это вообще Рафик? Ну, типа, тачка Рафик, Рафик, Москвич. Ну, Москвич, но не Рафик же, брат. Алло, какая разница, Рафик? А почему пеной хуй больше, чем у тебя? Трусы другие просто. Почему рука сейчас меньше, чем на этой фотке? У кого? У тебя. А я при чем? А вот это что? Вот это. Объясни, пожалуйста. Ну как ты это видишь вообще? Как вообще, сука, человек может это сделать? Как человек может сделать такое летательное средство и на серьезных вещах? Ничего, что это средство, между прочим, летело и летает. Это ж, сука, нужно быть дебилом, чтобы это сделать. Ты же понимаешь, что это не человек сделал. А ебаный вот этот, сука, IT-технология.